Что касается круговой мышцы глаза, где ее место прикрепления? Она прикрепляется в кантусе, да? Она прикрепляется в медиальном кантусе. Здесь идет прикрепление круговой мышцы глаза. И дальше она у нас с вами имеет несколько частей. Она у нас с вами имеет глазничную часть. Круговая мышца глаза, она очень большая, она может у нас с вами доходить до середины скуловой кости. Эта мышца очень-очень-очень большая. И место прикрепления у нее вот здесь. К латеральному кантусу она не прикрепляется.